Приветствую вас на своем канале, меня зовут Елена. Предлагаю вашему вниманию первый отчет по совместному проекту «Мамина чашка». Вышиваю я по оригинальному набору, схема очень мелкая, поэтому мне пригодилась вот эта вот моя лупа, которая у меня как-то лежала без надобности, потому что схемы были достаточно крупные, и вот здесь она мне очень-очень хорошо, в общем-то, пригодилась. Что могу сказать? По достижению вот такое вот у меня вот продвижение. Вышивала я 3 дня. Первый день я, как положено, стартовала 1 августа, но у меня не было времени, и буквально я 1 августа вышла совсем чуть-чуть, вышла где-то одну ниточку, то есть первые креслики сделала, поставила галочку, что я стартовала со всеми. И потом у меня было еще 2 дня, и 2 дня я вышивала несколько часов, и вот что у меня получилось. Вышивается мне легко, с удовольствием вышиваю. Планировала вышить гораздо меньше, чем я вышила, потому что я, в общем-то, не тороплюсь. У меня другие проекты в работе, и проект до 1 октября, и я думаю, я успею, естественно. Но так увлеклась, мне понравилось, что вышила даже гораздо больше, чем я планировала вышить. И когда не было зеленого цвета у меня в работе еще, я вышиваю по цветам, начала я вышивать с центра. И вот когда не было зеленого цвета, мне даже показалось, что что-то вот как будто не того, что, может быть, я какие-то цвета перепутала. Начала я смотреть, даже взяла вот эту вот картинку, начала смотреть, где, что ж там так много серого откуда. Ну, действительно, серый цвет есть, и когда стал появляться зеленый цвет, ну, совсем все стало по-другому, как-то веселее, интереснее. Этим проектом у меня многое в первый раз. Это мой первый совместный проект. Первый раз я вышиваю на 18-м каунте. И, естественно, первый раз я вышиваю на Bourg Dimensions. Что могу сказать? Сам дизайн мне очень-очень нравится. Интересно получается сочетание крестиков, полутонов, этих всяких блендов. На 18-й канве крестики такие пухленькие получаются. В 2 ниточки, рядышком полукрест. В общем-то, интересно получается. Одно, но мне не понравились ниточки. Честно говоря, от ниточек Dimensions я ожидала чего-то большего. Ниточки очень сильно пушатся. Даже я вот сейчас вышиваю там китайскими нитками, да, у Днюны Коттедж. Ниточки там ведут себя гораздо-гораздо лучше. Поэтому что-то я даже не ожидала такого. Иголочка, которая была в наборе, у меня почему-то быстро сломалась, вот это вот ушко, когда я нитевдевателем вдевала ниточку. Хотя нитевдеватель я такой вот с тоненькой проволочкой, которую я такой использовала, в принципе, всегда нормально было. Тут вот сломалась, мне пришлось заменить иголочку, естественно, взять чуть-чуть побольше. И как-то ниточки стали меньше пушиться, когда я взяла иголочку чуть-чуть побольше. И вышивать стало как-то веселее мне, даже с иголочкой, которая побольше. Не могу сказать, что она оставляет большие дырочки. Нет, ничего не видно. Все достаточно хорошо. Ну, вот такое у меня продвижение. У меня лупа вот вышивальная есть, я ей никогда не пользовалась. И вот с этим проектом она мне тоже пригодилась. В некоторых местах я даже использую лупу. То есть очень-очень мелкая работа. И вышиваю только днем, вечером мне вышивать ее абсолютно некомфортно. Несмотря на то, что я там с лампой, я вышиваю только при дневном освещении эту работу. То есть днем. Ну, надеюсь, что все мы придем к успешному результату, к шикарной, красивой вот этой вот картинке, которая должна у нас получиться. Желаю всем участникам проекта ровных крестиков, быстрые иголочки, много свободного времени для любимого хобби и отличного продвижения. Всем всего доброго, спасибо за внимание, пока-пока.